все ебана шелуха. Чуким фінесі на кеш мечу налуха. Старчик притискує тебе як челюха. Не насипалю ні шмаки на снаучі. На стіки плах білоруських мене прийняв. Пек води рашен кріпахнуть як роз. Запили бланк, він горить як нотр. Там бачу вас носки, ніби я хожу з вигад. Мої кроси побачили більше життя, ніж ваші пацани разом взяли. С кем сейчас эфир был? Это friendly так, чуваки, выкупайте, реально, выкупайте вовремя. Это чел next up. Да я уже тоже историю выложил, бля, выложил. Один из самых мощных текстовиков, типа, из тех, кого я знаю. Йоу-йоу-йоу, всем салют. Чаёк, чаёк пьём. Чаёк наебал. Чаёк. Бля, Никита нормально. Как жизнь? Всё нормально, пацаны. Приехал в Оренбург. Отлично себя чувствую. Через полчаса выступления. Чё, припал? Украину собираешься? Пока не было заявок на Украину, но если есть, пацаны, пишите мне, я бы съездил. Ни разу не был в Украине, типа, с кайфом прилечу, готов брать шоу. В машину схожу, Дима. Вообще, вот сейчас вот выступаю в Орине, типа, это ближайшее первое выступление в этом году, и я думаю, пока что единственное, потому что следующее будет, когда я дропну материал. Дальше мы сделаем тур. Я думаю, что это будет жестко. Это будет жестко, но только с момента, когда я дропну материал. У меня талабат будет через полчаса, бро. А у нас Яндекс.Еда. Как концерт, еще не выступал, ждем. Там вроде жестко, клуб хороший, пацаны. Пацаны сделали четко, все по звуку очень круто. Лучше, чем в столицах, типа. Пацаны в Оренбурге делают жестче, чем в столицах, поняли? Талабат. Ростов-на-Дону будет в туре. Ну, пацаны, пока нет никакого тура, типа, но когда я дропну, я думаю, что... Ну, посмотрим на фидбэк, типа, но я хочу потурить, я хочу увидеть своих чуваков. Я очень удивился, когда приехал в Оренбург и увидел здесь кучу своих фанатов. Типа, это маленькая комьюнити, но которая здесь есть. Очень приятно видеть такое. Ебать. Все, короче, пошел я на сцену. Сейчас играем. Блин, вообще надо, это вообще. Когда дроп, по секрету, вот 84 человека, которые это сейчас слышат, 5 числа дроп. Никому только не говорите. 5 числа. Нормально, пацаны разогревают, народ подтягивается. Галочку купил, ну да, да, да. Да, купил, галочку купил, как и трек с Майотом, типа фит с Майотом тоже покупал. Галочка тоже куплена, пацаны.
супер, бро, супер. Я украду августа трансляцию. Че, парни, как оно вообще у вас? Денег дохуя, похуй, газуем, пишет. О, паштет, здорово. И Глок, здорово. Private Jet из Оренбурга. Пацаны. Санек, сколько бабки есть? Продай фит. Бабки есть, продам. Друга купил, друга тоже купил. Пацаны, друг тоже. Я куплен. Тоже продажный. Это на самом деле не август, это мое. Аккуратнее. Там девчонки уже. Семь девочек, которые... А где Джоин? Джоин вчера был. Первый за месяц. Там сишки еще остались. Там сишки остались, шишек больше нет. На позитиве, да, бро? Я еду на концерт. Пацаны, приезжайте, 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 подтягивайтесь. Питер купил. Как куришь? Либо не кури, либо кури. Ты либо на вайбе, либо, блядь, просто. Либо притворяешься. Вот этот? Да, зайди, вообще хорошо. Но он год уже, типа, играет, я его постоянно везде ставлю. Ты в России, да, я в России, я сегодня в 6 утра улетаю обратно. Оренбург, Дубай. Оренбург, Дубай. Вот этот вот вайб. Флаг в альбоме будет, будет Plug and Be, будет Plug and Be, будет Plug and Be. Я пишу альбом, чуваки, я пишу альбом, я дописываю его в Дубае, весь визуал будет из Дубая. Я думал дропнуть материал чуть раньше, типа, но понял, что хочу сделать жестко, хочу сделать качество, поэтому я буду дописывать его в Дубае. Удачно выступить, бро, спасибо. Йо! Дубай! Мне кажется, что... Дубай! Если не норм, сходи, короче, два пальца. Поднялся Кизару, на разогреве выступает. Приехал, покурил, вернулся обратно. Да. Пацаны, только у кого есть плаг в Дубае, напишите мне, пожалуйста. Да всё, сами нахуй, какой плаг? Минус, забейте. Напишите мне, пожалуйста, я заебался без плага, пожалуйста, напишите мне. Как запел, блядь, плаг в Дубае, отставить нахуй. Напишите, пожалуйста, мне в директ, пожалуйста, напишите. Блядь, мешали, что это прямой... Ну, я пароль поменяю, блядь. Вот 76 человек, каждый, напишите мне в директ, если есть такой, пожалуйста. Не, если нужно блядь, 15 километров в Уфе, ближе добраться, то есть быстрее добраться, чем в Оренбурге 4 километра. GoFit, бро, есть трек для тебя. Бро, $2000. Ты из Дагестана, да, брат? Таджики рулят, брат. Грозный. Не, за... Грозный респект. Респект всем дагестанцам, если что. Каждому.
лично руку пожал. Да нет, типа уже так улеглось. Ну я думаю, да, я уже не слежу. Да нет, в Трэвис уже реабилитировал. Да. Я у Торби уже был. В Торби я пиздец. Я жду, отдал бы дать. Я видел эти видосы, такие, что он умирает, он такой напивает. Да, да, и смотрит на него. Вот он как слева как раз. Смотрит, чело просто вот так вот. Это жестко. Это не худшая смерть. Ну, типа, блядь, вот, а как ты поступишь в этой ситуации? Так он же, ну, не в курсе. Ну, да. Типа, не, брат, ну, ты понимаешь, когда все-таки, там, сколько человек, там, 500 тысяч или 1000, ну, неважно. Потом, типа, 50 тысяч на концерте. Ну, ты там банально не понимаешь. Не, ну, вот я тоже ставил, типа, себя на место Трэвиса, вот, типа, ты разъебываешь, и... Можешь выйти, типа, сказать то, что сейчас, короче, давайте все к танцполу, сейчас начнется. А пусть это ребята сделают, да, пусть выйдет, когда у него ванны. Включите. Это Никита Судами. Не-не-не. Как попал в Дубай, брат. Понял, мы сейчас вообще мы бегаем по билету. И прям, чтобы мы слово сейчас именно, которое все знают, под которое, типа, все танцевали. Как сказал слово «Дагестан», сразу дагестанцы потянулись, пацаны. Каждому дагестанцу салют, я серьезно говорю. Не-не, включи его, включи. Да. Эй! Наверное, я лучше. Со мной Даги на связи. Пацаны, два вопроса еще, я вылетаю на сцену, короче. На связи будем, если что. Какой ты занятый? Гай! Ебать, даже буду на разогреве. Какой флаг в Дубае? На репите вопрос, пацаны. Сейчас, секунду. Рассказывайте вообще, чего, как у вас дела. Сори, что не дропал давно. Скоро будет 5 числа дроп. Собираю альбом, короче. Собираю альбом. Сильно, бро. Бро, хочу, ну, как-то заанонсить, типа. Устал молчать. Бля, я ненавижу свой смех. Да, вот это скайпом, блядь, но... Это скайпом, нормально. Уя себе, блядь, это разъём, блядь. Слёзы. Мясо нахуй! Мясо! Если, блядь, выпили кокаин, такая хуйня. Выпить? Кокаин? Что? Кокаин, да. Выпить, да. Нет. Он его вот... Я забыл, как парни потерял. Забыл, вот они были. Когда новый дроп? Он забрал его. 5 числа! Забыл, как тут ты его стоял. Ой,
играть на мне, как на флейте. Все, пацаны, короче, повторюсь еще раз для тех, кто не услышал, 5 числа дроп. 70 человек, лучшие люди смотрели этот эфир. Люблю каждого, обнял. 2022. Этот год за нами. Let's go! Let's go, Есерский! Під моїми найками Ауді вирубаю в першому раунді. Біт на старті, але вже в ауті. Під моїми найками Ауді.